Святой Силуан Афонский. Семь мудрых высказываний на все случаи жизни. Если в твой дом принесут грязь, не допытывайся, из какого она места. Выброси ее сразу. Если в твой ум проникнут помыслы осуждения, не допытывайся, правы они или нет. Они только грязь. Душа смиренного, как море. Брось в море камень, он на минуту возмутит слегка поверхность, и затем утонет в глубине его. Так скорби утопают в сердце смиренного, потому что с ним сила Господня. Скорбит Господь и небеса, если кто грешит и не кается. Предайся воле Божией, и скорби будут меньше, и легче будешь переносить их, потому что душа будет в Боге, и в нем находить будет утешение. Гордый не может любить Бога. Переполненный сосуд выливается через край, так и переполненное сердце человека изливает на ближних то, чем оно полно. Можно много поститься, много молиться и много добра делать, но если будем при этом тщеславиться, то будем подобны бубну, который гремит, звенит, а внутри пустой.